Универсальный сетевой медиапроигрыватель Aura HD позволяет воспроизводить на вашем телевизоре широкий спектр форматов видео обычной и высокой четкости, проигрывать аудиофайлы и отображать изображения. Также устройство может принимать и воспроизводить ТВ-программы через сеть интернет по технологии IPTV. Кроме этого, медиапроигрыватель Aura HD обеспечивает возможность записи ТВ-передач на внешние носители, воспроизведение интернет-радиостанций, работу с контент-провайдерами и доступ к сервисам YouTube и Picasso. И многое другое, о чем мы расскажем чуть позже. Устройство поставляется в хорошо оформленной и небольшой коробке. Сама упаковка очень информативна. На переднем торце изображена передняя панель устройства в натуральную величину, а на заднем торце – обратная сторона медиапроигрывателя, где видны все порты, которыми оснащена Aura HD. На правой стороне напечатан список всех поддерживаемых проигрывателем стандартов и информация о соответствии всем стандартам качества. Нижняя сторона коробки содержит краткий перечень всех основных функций медиапроигрывателя, логотипы поддерживаемых стандартов и QR-код со ссылкой на сайт производителя. Внутри коробки вы найдете сетевой медиапроигрыватель Aura HD, инструкцию по эксплуатации, пульт дистанционного управления, элементы питания для пульта дистанционного управления, внешний блок питания медиапроигрывателя, кабель HDMI, аудио-видеокабель RCA, сетевой кабель LAN. Как видим, проигрыватель Aura HD максимально укомплектован. Это позволяет начать использовать его прямо из коробки, вне зависимости от конфигурации вашей домашней аудио-видеосистемы, без необходимости покупать дополнительные соединительные кабели. Проигрыватель по-настоящему компактен. Его размеры не превышают 12,5 на 8,5 см при высоте в 2,5 см. Верхняя панель выполнена из матового пластика, на котором выгравировано название устройства. Передняя панель глянцевая, на ней расположен индикатор спящего режима, который мигает в подтверждение приема сигналов от пульта управления. И USB 2.0 порт для подключения совместимых устройств, флеш-накопителей, USB жестких дисков, картридеров и других. На задней панели располагаются интерфейсные порты. Второй USB-порт, к которому также можно подключить опциональный Wi-Fi модуль. 100-мегабитный Ethernet-порт для подключения к локальной сети или к интернету напрямую. HDMI-порт версии 1.3 для подключения к телевизорам высокой четкости. Оптический звуковой выход для вывода аудиопотока на многоканальные аудиосистемы. 3,5-миллиметровый разъем для подключения RCA аудио-видеокабеля к телевизорам стандартной четкости. Разъем подключения внешнего блока питания. Подключение устройства – простая и недолгая процедура. После запуска вы увидите главное меню. Верхняя часть экрана показывает статус соединения с сетью, текущее время и название устройства. Остальной экран занят рабочим столом с иконками доступных приложений и сервисов. После первого подключения необходимо выполнить начальную настройку проигрывателя. Для этого нажмите кнопку «Set» на пульте дистанционного управления. Первый пункт – конфигурация сети. В большинстве случаев настройка будет выполнена автоматически. Но если вы подключаете плеер не в домашнюю локальную сеть, а напрямую к интернету, необходимо будет ввести настройки PPPoE соединения. Исключение Dual Access, требуется наличие роутера. В настройках серверы можно задать адреса серверов IPTV вашего интернет-провайдера. Подробные настройки можно получить в абонентском отделе провайдера. В расширенных настройках можно выбрать язык интерфейса проигрывателя и часовой пояс. И, наконец, в настройках видео можно установить режим вывода изображения от Standard Definition до High Definition с частотами 50 и 60 Гц. Также в меню настроек можно проверить наличие обновлений прошивки, однако Aura HD сама проверяет и устанавливает обновления ПО из сети интернет. Рассмотрим основные доступные приложения и сервисы сетевого медиапроигрывателя Aura HD. Медиабраузер позволяет проигрывать видео и аудиофайлы с внешних USB-носителей или по сети. Aura HD поддерживает множество популярных форматов и кодеков. Возможно проигрывание файлов DVD и Blu-ray дисков.
В медиабраузере можно выбрать файлы, доступные на других компьютерах локальной сети «Пункт Самбо», просматривать медиабиблиотеки UPnP совместимых устройств, например, смартфонов или планшетов с поддержкой технологии DLNA, и проигрывать файлы с подключенных USB-флеш-накопителей и жестких дисков. Поддерживаются диски, отформатированные в FAT16-32, NTFS, только чтение, X2 и X3. Пункт меню «ТВ-каналы» позволяет просматривать передачи каналов IPTV вашего интернет-провайдера. Вы можете сортировать список доступных каналов, создавать списки избранного и записывать программы на внешний носитель. Пункт меню «Интернет» используется для доступа к веб-сайтам на экране вашего телевизора. Навигация осуществляется с помощью пульта дистанционного управления и экранной клавиатуры. Приложение YouTube обеспечивает доступ к популярному сервису онлайн-видео. Вы можете просматривать популярное видео, смотреть видео по категориям или искать видео по названию. Приложение Picasso дает возможность просматривать фотоальбомы, размещенные на популярном сервисе Google Picasso. Вы можете искать фото по имени пользователя или по ключевым словам. Следующее приложение Free TV открывает доступ к бесплатным каналам телевидения. Для работы необходимо подключение к сети интернет. В приложении больше 100 каналов ТВ различной тематики. Приложение Free Radio позволяет прослушивать онлайн-радиостанции. В список «Избранное» можно добавить ваши любимые каналы ТВ и радиостанции. С помощью виджета «Погода» можно узнать прогноз погоды для любого города мира прямо на экране вашего ТВ. Все записанные ТВ-программы находятся в менеджере записей. С его помощью можно просматривать записанные программы или освободить память, удалив ненужные материалы. В менеджере «Закачек» находятся файлы, скачанные из сети интернет с помощью веб-браузера. Настройки позволяют выбрать язык звуковой дорожки и субтитров по умолчанию, настроить параметры автоматического обновления ПО и вывод часов на экран. С помощью встроенной инструкции можно ознакомиться со всеми функциями проигрывателя Aura HD. Планета ТВ – приложение для доступа к ТВ-программам и библиотеке фильмов одноименной сети. Доступно более 100 ТВ-каналов с возможностью просмотра программы передач и записи по расписанию. Фильмы можно просматривать онлайн или скачивать для просмотра позже. Следующее приложение обеспечивает доступ к сети видео по заказу «Диван ТВ». Система позволяет выбрать пакет ТВ-каналов и просматривать фильм из библиотеки «Диван ТВ». Количество сервисов будет постоянно расти. Также в медиапроигрыватель Aura HD встроено 3 классические игры – Lines, Sudoku и игра для тренировки памяти. Сетевой медиапроигрыватель Aura HD – компактный, быстрый центр для вашей домашней мультимедиа-системы. Он обеспечивает не только доступ к IPTV-программам, но и проигрывает практически все возможные медиаформаты с различных, как локальных, так и сетевых источников. Сочетание функционала, хорошего комплекта поставки и доступной цены делает Aura HD отличной покупкой.